решать. То есть у меня есть, например, мечта, я знаю, что она на самом деле не цель. Вот, например, хочу я на Кайлас. Можно тебе о мечте говорить? Можно? Но я не вдруг не сбудется. Можно, можно. Наоборот, когда в позитивном в таком круге, я говорила тоже о том, что физики сейчас об этом уже пишут. Это говорили про, раньше про коллективную молитву. То есть, когда вы попадаете там, в поле единомышленников, да, все знают, что это усиливается ваше желание. Да, но усиливается как? Не так, что 1 плюс 1 равно 2. А как даже ученые хитрые, которые любят все через левое полушарие, высчитали там вот какую-то геометрическую прогрессию. Да? Типа там вас двое, пять раз, или не знаю, трое в 100 раз. И не буду врать, я сейчас сочиняю. Ну, понятно. Принцип ясен, да? То есть для чего еще важно вот так в группу, например, прийти хотя бы раз? У вас остается память вот этого инструмента. Вы говорите, а как? И вы домой пришли потом, вы помните, что в окружении вот группы и наставников вам было это делать очень легко. Да, и вы сидели, вам прям радость приносила. Приходите домой, у вас уже нет вокруг никого, нет пространства, где у вас куча картин, здесь просто творчество по определению, да, бьет ключом. Плюс у вас уже негативные эмоции подавляющие, из-за которых вы вообще хотите сесть порисовать. Но вы помните, что у вас этот опыт был, и вы своей рукой рисовали, вы сидите сами, знаете, как перемещаетесь. Во времени пространстве. Представляете, что вы как бы здесь даже. Если как бы наступить, типа мы там заякориться в этом месте, чтобы потом эту энергию. Да. Я его особо не изучала, но я чувствую, что многие инструменты, да, я похожи. Я больше изучала восточную практику, там йогу и психологию. Там все тоже. Да, в принципе, этим один я помогаю.